Друзья, консерватория официально перестала быть самым скучным местом на планете. Если подобрать удачный концерт, то тихо посапывать на нем не придется. А за все можно благодарить Польский национальный симфонический оркестр. Молодцы и барышни из филармонии в течение нескольких часов баловали слушателей лучшими хип-хоп-хитами последней 30-летки. Музыканты лихо ковернули Тупака, Джей-Зи, Канье Уэста, Бейонсе и 50 Сента. А напоследок зал взорвал мегапопулярный Гарлем Шейк.